Кардио. Инструкция по применению. Кардио для разминки. Целью является усиление кровотока в мышцах. Достаточно от 7 до 10 минут любой кардионагрузки в диапазоне 110-140 ударов в минуту. Более интенсивная нагрузка ведет к расходу запасов гликогена в мышцах, который пригодится во время силовой тренировки. Кардио для заминки. Целью является снабжение кислородом для того, чтобы быстрее докислять продукты обмена в мышечных клетках. Достаточно походить на дорожке от 4 до 5 минут с пульсом от 140 до 110 ударов в минуту, чтобы понизить частоту сердечных сокращений и плавно выйти из тренировочного процесса. Это важно для всех, но для тех, кто пришел в зал за 40, заминка важна вдвойне. Кардио в дни отдыха. Кардиотренировка в день отдыха до 30 минут при пульсе от 110 до 140 ударов улучшает восстановление. Двигательная активность вместо лежания на диване реально улучшает снабжение крови мышечных волокон, поврежденных накануне, и минимизирует болевые ощущения. Говоря простым языком, чтобы снять боль в мышцах, нужно двигаться. Кардио после силовой тренировки. Из-за истощения запасов мышечного гликогена после силовой тренировки кардионагрузка в диапазоне от 110 до 140 ударов приводит к использованию жира в качестве источника энергии. Однако для эффективного жиросжигания необходимо делать кардио подольше, а длительные нагрузки после силовой тренировки могут негативно сказаться на количестве мышечной массы. Поэтому больше примерно 45 минут после силовой кардио делать не стоит. Кардио отдельно от тренировки, но не натощак, ибо так и до инфаркта недалеко. Если вы не можете заставить себя делать кардио утром, вы вполне можете провести тренировку отдельно. Однако в таком случае вам придется потратить примерно 30 минут тренировки стандартной интенсивности на истощение запасов гликогена в мышцах. И уже после этого начинать отчет сжигания жира. Таким образом, этот способ вынуждает вас делать кардио дольше всего, в районе 60 минут. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!